Уничтожения разрешены. Свой чужой. Противник класса число. Утверждено. Thank you.
It's good all I'll see. Воздушный патруль. Все по плану. XD3, ранний запуск. Морган, двери снова работают. Хорошо. Я увожу остатки команды в отдел атмосферного контроля, отсек жизнеобеспечения. Избавимся от жестянок далее и убедимся, что больше никто не будет играть с регуляторами. Ссылка на пустой шаблон. Удалена. Даль заменил весь экипаж своими операторами. Он совершил ошибку, во всем доверившись машинам. Плоть и кровь, грязные штуки, Морган. Но только они имеют значение. Отлично. Загрузка продолжилась. Встретимся в Дендрарии. У нас куча работы. Сервер F13 по F21 взломаны. Разрешены поиск и уничтожение. Ah!
Добрый день, Талос. Не забывайте, стандарты безопасности Транстар требуют еженедельной проверки вашей униформы. Обращайтесь в аппаратную лабораторию. Обеспечение. Все чисто. Воздух на борту в порядке. Сражаясь с блэкбоксами, я потеряла людей. Далее тут не было. Найдете его раньше меня? Заставьте расплатиться. Элазар, конец связи.
Я обещал отдать свой ключ, но сначала послушай меня. А потом можешь разнести Талос в клочья, если захочешь. Ты вряд ли это сделаешь. Знаешь, я сам полагал, что если нам доверить спички, то непременно будет пожар. Тебе удалось меня убедить. Доказать, что все возможно, если заплатить нужную цену. Та часть тебя никуда не делась. Мы войдем в историю, Морган. Ни эти пиявки исправления Транстар, ни мама с папой. Ты и я. Как мы и хотели. Наши данные подтверждают твои подозрения. Коралл передает телепатический сигнал. Тайное послание к самим звездам. Интересно, что в этом сообщении и кому оно адресовано? Ты знаешь... С того дня, когда мы испытали первый нейромод Тифона. Знаешь. Как видишь, это чертеж прототипа нульволнового устройства. Оно перехватит сигнал коралла и с его помощью мощным ударом оглушит всех Тифонов разом. Держи. А вот и ключ. Как я и... Что? Морган! Сканирование завершено. Нужно больше просто. Thank you.
Слышать эту запись. Но если ты ее слушаешь, значит, со мной произошло что-то плохое. Полагаю, ты уже знаешь достаточно, чтобы отказаться от мысли взорвать Талос-1. Это ведь я всегда думал, что если нам доверить спички, то мы непременно устроим пожар. Но тебе удалось убедить меня в том, что мы можем добиться всего, что захотим. Надеюсь, ты до сих пор в это веришь. Если нет, то я рад, что умер, прежде чем увидел, как моя сестра сделалась пессимисткой. Наши данные подтверждают твои подозрения. Коралл передает телепатический сигнал. Тайное послание звездам. Хотелось бы мне узнать, что в этом сообщении и кому оно адресовано. Мне кажется, что ты это уже знаешь. У меня есть чертеж прототипа нульволнового устройства, придуманного тобой. Собери его и помести в центре коралла. Оно перехватит сигнал коралла и с его помощью оглушит всех тифонов разом. Удачи, Морган. Мне жаль, что меня не будет рядом, когда это произойдет. Мой голос мне определенно знаком. Пожалуй, более усталый, чем обычно. Это не кончается. Подготовка комнат, протоколы экспериментов. Риск слишком высок. Но в случае успеха, копирование нейронных сетей тифонов в человеческий разум изменит все. Я попробую симуляцию на себе. Я сделала все, чтобы это не привело к лоботомии. Последняя предосторожность. Знакомься, Октябрь. Поздоровайся. Здравствуйте, доктор Ю. Октябрь поможет тебе вспомнить, что ты должна делать, если все пойдет не так. Когда начнется эксперимент, дороги назад не будет. Если... Когда моды вытащат, это меня перезапишет. Я все забуду. В теории, они могут заставить меня проживать один и тот же день снова и снова. А я и не догадаюсь. Если ты слышишь эту запись, видимо, так и случилось. Кроме того, это значит, что я не знаю, могу ли доверять брату. Алексу не понравится то, что я сейчас скажу. Я начала разрабатывать прототип нульволнового устройства, достаточно мощного, чтобы убить всех тифонов на Талосе. Я спрятала схему на одном из хранилищ данных, рядом со страшным стулом.
Ты знаешь, что я имею в виду. Алекс согласился все обдумать. Но я знаю брата. При первой опасности он все подорвет и свалит на другого. Так что ты сама по себе. Слишком многое поставлено на карту. Поздно зарывать голову в песок. Ты знаешь, что делать. Спасибо. За все. За то, что не бросаешь меня. Теперь особенно важно сделать все как следует. Разберись с нульволновым устройством, а я отдышусь и двину на мостик.
дорогу. Морган, вы знали, что скажет Алекс. Братские узы, прошлое. Вы дали мне возможность опровергнуть его доводы. Но эту часть можно пропустить. В данный момент станцию поедает тифон размером с небоскреб. Следовательно, Алекс не прав. Уничтожьте станцию, как планировали. Взрыв убьет и монстра. Уничтожить станцию? Но разве вы его не слышали? Алекс прав. Нуль волна может помочь. И сохранить то, что мы здесь узнали, нужно попробовать. Игве, посмотрите на чужого снаружи. Конечно, это риск. Но мы видели работу генератора. Уничтожить все это. Убить целый вид. Потерять столько данных. Я согласна, Морган. Эти твари не должны попасть на Землю. Если до нее доберется хоть одна... Морган, послушайте. Уничтожение станции — это крайняя мера.